19 декабря 1966 года. Москва, Кремль. Сегодня здесь состоялась торжественная церемония награждения генерального секретаря ЦК КПСС товарища Леонида Ильича Брежнева. За выдающиеся заслуги перед коммунистической партией и советским государством в коммунистическом строительстве, активную плодотворную деятельность на всех постах, куда его направляла партия и советский народ, и в связи с 60-летием Леонид Ильич Брежнев награжден орденом Ленина и второй медалью «Золотая звезда» Героя Советского Союза. На церемонии награждения отмечалось, что неутомимая и плодотворная деятельность Леонида Ильича Брежнева представляет вдохновляющий пример самоотверженного служения Родине, Ленинской партии, делу коммунизма и мира во всем мире. Позвольте в связи с этим заверить Центральный комитет, Президиум Верховного Совета, Совет Министров, вас, мои дорогие товарищи, в том, что все последующие годы своей жизни я честно, самоотверженно отдам нашей партии, нашему народу, чтобы оправдать все то, что вы авансом сегодня сделали в день моего 60-летия.